Маленькая Жанна сидела в сторонке, на ящике. Возле нее на другом ящике стояла ее миска и лежал хлеб. А вокруг расселись ее любимцы, готовые ей помочь. К ней льнули все бездомные кошки. Прознав о том, приходили и другие заброшенные и неприглядные животные и еще дальше разносили молву о ее доброте. Жак д'Арк ворчал, бронился, но жена его говорила, что это Господь вложил в душу ребенка такую любовь к животным. А Господь знает, что делает. И мешаться в его дела не следует, если вас об этом не просят. Личные воспоминания о Жанне д'Арк, Сьерра Луи де Конта, ее пажа и секретаря в художественной обработке Марка Твена. «26 июня 1893 года рухнула Нью-Йоркская биржа. Лопались банки, начался кризис. Оказалось, на грани банкротства и издательство, основанное Марком Твеном. Я страшно устал от бизнеса, – писал он компаньонам. Не гожусь для этого. Выведите меня из дела». Мало того, за несколько лет он вложил около 4 миллионов, если перевести на современные доллары, в изобретение Джеймса Пейджа, в наборную машину для типографии. Все другие удивительные изобретения человеческого ума кажутся заурядными безделками в сравнении с этим величественным чудом механики, говорил Твен. А Пейдж без конца усовершенствовал свой аппарат, но не отдавал его в производство. Твен много зарабатывал. Его семья, которую он обожал, жена и 3 дочери, не знала ни в чем недостатка. Но он хотел быть независимым от литературной моды и спокойно писать те книги, которые нравятся ему. И тут дефолт. Покрывая долги, он принялся за новый, потенциально успешный роман и с горечью отложил работу над книгой, которую очень любил, о Жанне д'Арк. Теперь год 1492. Мне 82 года. То, что я вам расскажу, я видел своими глазами в детстве и юности. Во всех песнях, рассказах и хрониках о Жанне д'Арк, которые вы и весь свет слушаете, читаете и изучаете по книгам, благодаря новому искусству книгопечатания, упомянуто и обо мне, Луи де Конте. Я был ее пажом и секретарем. Я был с ней от начала до конца. Я вырос в одной деревне с нею. Марк Твен. Личные воспоминания о Жанне д'Арк. Год написания выдуманных мемуаров выдуманного соратника Жанны – это год открытия Америки. Так будет ближе для читателей. А мистификацию он устроил для того, чтобы отделить свой образ насмешника от серьезной и очень личной для него истории. И чтобы иметь возможность вслух произносить такие слова, каких от него, либерала и антиклерикала, никто не ожидал. Слова любви к Богу, к подлинному христианству, истинной святости – такие естественные для друга и современника Жанны. «Я должен стыдиться, я стараюсь стыдиться», – писал, стесняясь своих чувств, Твен другу. «Но не могу. Мне с ней так хорошо». Жене моей, Оливии Лэнгхорн Клеменс, эту книгу в день серебряной годовщины нашей свадьбы, в знак благодарного признания ее неутомимой и бессменной службы, в качестве литературного советчика и редактора посвящаю. Автор. Обратите внимание на одну важную особенность. Среди мужчин и женщин, чьи имена значатся в аналах истории, Жанна д'Арк – единственный человек, который в свои 17 лет занимал пост главнокомандующего вооруженными силами страны. Марк Твен. Это первые строки романа. Наверное, жена была его командиром на всех фронтах. Оливия родом из богатой протестантской семьи. Ее отец долго не соглашался на брак из-за отношения Твена к религии. Вдобавок, жених был худ и беден, и занимался не пойми чем. Оливия – серьезная, положительная девушка. Твен несколько месяцев вел осаду. И вот, наконец, ему дали условное согласие. «Услышь громкий звук бубна и дай себе волю на всю катушку. Я бился, и я выиграл бой, я победил. Отвергнутый 3 раза, изгнанный, принятый, наконец, и любимый. Я докажу, что не совершил ничего преступного и постыдного в прошлом,
и буду хорошо вести себя в будущем, и остепенюсь. Я смогу получить солнце их семьи, ангела их домашнего очага. С этого дня я не притронусь к спиртному. Я буду искать общество хороших людей. Я буду христианином. Буду подниматься все выше к солнцу, что сияет в небесах моего счастья, до тех пор, пока все грубое во мне не растает в тумане и не останется внизу. Ливи верит в меня. Я верю в себя. Я верю в Бога. Марк Твен из письма другу. Когда Твен стоял на краю финансовой пропасти, не зная, как быть, ему явился ангел-хранитель. Нефтяной магнат Генри Роджерс, который за безжалостность конкурентам и агрессивный стиль ведения бизнеса получил прозвище «Адский пес». При этом он был одним из крупнейших в стране филантропов. Не афишируя своего участия, он помогал больницам, строил школы, библиотеки. Он прочитал все книги Твена и сейчас, узнав о его бедах, немедленно предложил свою помощь. Он разбойник, пират и знает это. Но ему нравится быть пиратом, и я люблю его за это, говорил Твен. Первым делом Роджерс знакомится с типографской машиной. Само изобретение ему нравится, но не подавая вида. Он довольно жестко убеждает Пейджа вернуть Твену деньги хотя бы в виде акций. Твен с восторгом пишет жене. «Вчера еще мы были нищими. Денег оставалось на 3 месяца, а теперь мы стали богачами. Когда якорь будет брошен, я скажу бизнес. Прощай навсегда. Я буду жить одной литературой, валяться в ней, упиваться ею. Я буду плавать в чернилах. Жанна, моя Жанна». Она была стройна и красива, и ребячлива. И она была женщиной и девочкой одновременно. Она осталась такой в последний день ее жизни. Под сдержанной наружностью пылали неугасимые костры дружелюбия, энергии, преданности и безграничной любви. Она была слаба здоровьем, но ее поддерживала сила духа. Ее оптимизм, храбрость были неистребимы. Совершенная искренность, абсолютная правдивость были у нее врожденными. Она судила о людях уверенно и точно. Интуиция почти никогда ее не обманывала. В ее суждениях о характерах и поступках друзей и посторонних всегда было место милосердию. Я сравнивал ее с сотнями людей и остаюсь в убеждении, что я никогда не знал человека с таким чудесным характером. Марк Твен. Личные воспоминания о Жанне д'Арк. Внешность Жанны Твен взял у своей дочки Сьюзен, а характер у Оливии. Свой брачный обет он старался исполнять. Молился перед трапезой, по традиции это была почетная обязанность главы семейства, а все резкие литературные выпады в адрес церкви пропускал через цензуру супруги. Если они ее не проходили, то ложились в стол. Если читать личные воспоминания как историю их любви, можно увидеть, каких подвигов это от него требовало. Но он не роптал. «Я перестал бы носить носки или класть сахар в кофе», – пишет он другу, «если бы Оливия сочла это безнравственным». Жанна начала с того, что приказала немедля выгнать из лагеря всех гулящих женщин, всех до единой, прекратить попойки, кутежи, вернуть порядок и дисциплину. «Каждый, кто становится под мое знамя, обязан сходить на исповедь, получить отпущение грехов. Все рекруты должны 2 раза в день бывать на богослужении». От этих слов лагерь чуть не выскочил из доспехов. Какое-то время он не мог вымолвить слова, потом проговорил в глубоком унынии. «О, милое дитя мое, ведь все они нечестивцы, мои птенчики. Ходить молиться? Зачем же это, душа моя? Да они скорее пошлют всех нас к чертовой бабушке». «И вы пойдете, милый человек». «Я? Никогда! Чепуха!» «Нет, не чепуха. 2 раза в день вы будете слушать мессу». «Уж не сон ли это? Может, я пьян? Туговат на ухо? Да я скорее пойду куда угодно».
Но с завтрашнего утра вы начнете. Сначала будет трудновато, а потом станет легче. Не огорчайтесь. Лагир тяжело вздохнул и печально произнес: «Так и быть, сделаю это ради вас. Для кого другого ни за что бы не сделал. Будь я проклят». Бедный рыцарь так молил о снисхождении, что Жанна разрешила ему клясться генеральским жезлом, символом дарованной ему власти. Это ее первая встреча с доверенной ей королем армии. И с чего она начинает? С того же, с чего начал свою проповедь ее ангел, Иоанн Креститель: «Покайтесь». С этим же словом выходит на служение и сам Господь. Поэтому призвание Жанны на такую высоту и похоже у Твена на евангельское описание Благовещения: «Се раба Господня». Вот она поднялась с колен и стояла, все еще склонив голову, сплетя пальцы опущенных рук, вся пронизанная дивным светом, но, видно, не сознавая этого. Она прислушивалась к чему-то, а я ничего не слышал. Чуть погодя, она подняла голову, глядя в лицо кому-то исполинского роста. С мольбой воздела руки, и я услышал, как она сказала: «Ведь я так еще молода. Как мне оставить мать, родимый дом и идти на такое великое дело? Сумею ли я говорить с воинами, стать их соратником? Они будут оскорблять и презирать меня. Как я поведу войско в бой? Ведь я девушка, неискушенная в науке войны. Я не владею оружием, не умею сесть на коня. Но если такова воля Божья». Марк Твен. Личные воспоминания о Жанне д'Арк. Лучшим выходом из положения Твена Роджерс счел банкротство. Твен пошел к юристам. «Из тех, кто становится банкротом в 58 лет, — сказал один, — только 5% удается потом привести свои дела в порядок». «5%, — сказал второй, — этого не удается никому». Но Твен уже настолько доверял магнату, что согласился и на этот позор. Адский пес убедил кредиторов в том, что у писателя нет своих денег, что всем владеет его супруга. А так как она сама вкладывалась в предприятие мужа, то тоже является кредитором, причем первоочередным. И переписал на нее дом. Оливия возмущалась из Европы. Поступать так нечестно. И Твен, оставив дела Роджерсу, помчался к ней во Францию. Там, наконец, он погрузился в роман о Жанне. Съездил по ее местам, побывал на полях сражений. И вдруг письмо от Роджерса. Ему очень тяжело наносить другу эту сердечную рану, но он вынужден сообщить, что ликвидировал компанию Пейджа. «Я метался взад-вперед, не понимая, что делаю. И лишь одна безумная мысль крутилась в этом сумасшедшем бреду. Моя мечта погибла». Бедный, любимый мой старичок. Его мучают простуды и прочие напасти. Его угнетает теперь, что ему 60 лет. Он не верит, что все кончится хорошо. Думает, остаток жизни мы проведем в бедности. Я не думаю, что все так мрачно, как ему кажется. И надеюсь, если он поселится в тихой сельской Англии, где можно писать, жизнерадостность к нему вернется. Из письма Оливии сестре. Она всегда была жизнерадостна и умела передать свою жизнерадостность другим. В течение 9 лет, что мы жили трудно, в бедности и долгах, она всегда умела вывести меня из отчаяния, найти свет среди туч и заставить меня увидеть его. Она изливала свою привязанность в бесчисленных поцелуях и нежностях, и ласковых словах, обилие которых всегда меня изумляло. Я вырос в обстановке, где не поощрялись ласки и нежные речи. Ее нежность обрушилась на меня, как летом морские волны обрушиваются на Гибралтар.
писал Твен о своей любимой жене. И на этот раз Оливии удалось вернуть его за письменный стол. Твитчелл прислал мне большую газетную вырезку с заголовком на 5 столбцов. «Конец блестящей карьеры». Там сообщалось, что я живу в Лондоне, в нищете, и что семья меня бросила. Если бы это исходило от собаки, коровы, слона или других высших животных, я преисполнился бы ярости и отвращения. Но это дело рук человеческих, и нужно быть снисходительным. Марк Твен. Преподобный Джозеф Твитчелл был пастором, которого очень любила интеллигенция, и ближайшим другом Твена. Твен считал его одним из лучших людей на свете. Будучи протестантом, Твитчелл был терпим к католикам, слушал лекции по теории эволюции. И он умел принимать Твена таким, каков он есть. Ему даже нравился пафос некоторых его выпадов. «Если бы я мог, — писал Твен из поездки по Палестине, — я бы разнес в пух и прах все палестинские безделушки, чтобы людям было не на что глазеть, и они видели бы только Голгофу, что заставляет забиться чаще самое бесчувственное сердце. Я бы оставил ее, чтобы она поведала о нем, о том, кто страдал, и затмила бы собой все прочие святые места, чья святость порой весьма сомнительна». Твитчелл прощал другу все за одну лишь любовь к жене. Они и подружились как раз тогда, когда Твен был несчастным влюбленным. По много раз в день Жанна и Лагир проезжали вместе по лагерю, осматривая каждый уголок, все замечая и проверяя каждую мелочь. И всюду их встречали с восторгом. Они ехали рядом. Он громадный, массивный, она изящная, хрупкая. Точно башня из темного железа рядом с серебряным изваянием. Видя их, новообращенные разбойники говорили с любовью: «Вот они едут, сатана и ангел Божий». Личные воспоминания о Жанне. Оливия настаивала на том, чтобы, несмотря на банкротство, он расплатился со всеми долгами. Ему пришла идея устроить мировые гастроли. «Говорят, что я отдал кредиторам фирму и собираюсь читать лекции для собственной выгоды». Это не так. Мои лекции принадлежат кредиторам. Закон не признает интеллект человека собственностью. Бизнесмен может использовать это в своих интересах, но я не бизнесмен. И совесть значит для меня больше, чем законы. Ее долги не прощаются. Я убежден, что если буду жив, то за 4 года выплачу весь долг и в 64 начну новую жизнь, сказал Твен на прощание репортерам. Вначале они с женой и дочерью поехали по городам США и Канады. Из Ванкувера отплыли в Новую Зеландию и Австралию. Потом были Индия, Цейлон, Южная Африка, Англия. Всюду его встречали с восторгом. Залы битком. Он читал, отвечал на вопросы. Под конец так устал, что едва не плакал перед выступлениями. Когда мы вступили в город, началось нечто неописуемое. Толпы, сквозь которые мы пробивались, проливали столько слез, что могла подняться вода в реке. Праздничные огни озаряли заплаканные лица. Если бы ноги Жанны не защищали стальные поножи, их совсем стерли бы поцелуями. «Слава! Слава Орлеанской деве!» Крик этот повторялся без конца. И думаете, это вскружило ей голову, и она почила на лаврах под сладкую музыку похвал? Нет. Так было бы с другой девушкой, но не с нею. Она легла в постель и сразу уснула, как усталый ребенок. А когда люди узнали, что она ранена и нуждается в покое, они запретили всякое движение в этом квартале и всю ночь простояли на страже, охраняя ее сон. Она принесла нам мир и покой. Пусть и сама уснет спокойно. Марк Твен. Перед отплытием он отправил рукопись в журнал. «Из всех моих книг я больше всего люблю Жанну. Это лучшая из них. Я это прекрасно знаю. 12 лет я ее готовил и 2 писал. Для других подготовки не требовалось». Сьюзен вспоминает, что Твен плакал,
читая Жанну родным. Отзывы в путешествии он получал разные. Одни, не зная имени настоящего автора, называли его гением. Другие считали книгу неудачной, сентиментальной, но интерес к ней был большой. В том числе, потому что тогда бурно обсуждался женский вопрос. Единственной страной, позволившей дамам голосовать, была Новая Зеландия. Твен ее как раз посетил и пришел в восторг. Женщины совершили мирный переворот и весьма благотворный. Однако это не убедило мужчин, что женщины умны, отважны, настойчивы и обладают силой духа. Но кто способен в чем-нибудь убедить мужчин? Пожалуй, никто не заставит их когда-либо понять, что они во многих отношениях ниже женщин. А ведь немало убедительных фактов показывает, что так оно и есть. Мужчина управляет родом человеческим со дня сотворения мира. Но ему не следует забывать, что вплоть до середины нынешнего века мир сей был невежественный, неразумный и просто глупый. Марк Твен. Отдельным изданием Жанна вышла в мае 96-го, а в августе умерла оставшаяся в Америке Сьюзен. Они путешествовали с другой дочерью, с Кларой. Оливия от этого удара стала слабеть. Врач даже запрещал им видеться. Но они не могли, и Твен то и дело заглядывал поцеловать Ливи и передать ей какую-нибудь трогательную записочку. У личных воспоминаний была еще одна миссия. По ней читатели и догадались о том, что их писал Марк Твен. Напомнить христианам всех конфессий, что Бога предала на смерть церковь, почти весь архиерейский собор и народ. Первосвященники промолчали, и когда был обезглавлен Иоанн, и сожгли на костре святую Иоанну. Христиане должны быть крайне осторожны, чтобы не потерять Христа. Когда взвилось пламя, она велела монаху отойти, и лишь тогда успокоилась, сказав: «Держи крест так, чтобы я могла его видеть до конца». Но и тут Кашон, этот бессовестный человек, не мог дать ей спокойно умереть. Он подошел к костру и закричал: «В последний раз говорю тебе, Жанна, покайся и моли Бога о пощаде. Я гибну из-за тебя». Это были последние слова, сказанные ею при жизни. Густые клубы дыма, прорезаемые красными языками пламени, поднялись над костром и скрыли ее из виду. Но и в огненной пучине еще раздавался ее голос, вдохновенно и громко произносивший молитвы. Иногда порыв ветра относил дым и пламя в сторону, и можно было еще рассмотреть обращенное к небу лицо и шевелящиеся губы. Да, она ушла от нас, наша незабвенная Жанна д'Арк. Слабы и ничтожны вы слова, если не в силах рассказать, как богатейший мир сразу осиротел и обнищал. Марк Твен. Личные воспоминания о Жанне д'Арк. Сьерра Луи де Конте. Как в романе, так и в жизни Твену пришлось оплакивать свою героиню. Я подошел, нагнулся и смотрел в лицо Ливи. Наверное, говорил с ней, не знаю, но она мне не отвечала. Это казалось странным, я никак не мог понять, почему. Я все смотрел на нее и удивлялся. У меня и мысли не было о том, что произошло на самом деле. Лишь когда другие заплакали, он понял. Потерянный ходил по комнатам, время от времени подходя к столу и делая какие-то короткие записи. 2 часа, как она умерла. Бедная, усталая девочка. Как она любила жизнь, как цеплялась за нее с тоскою все эти 22 месяца одиночества и страдания. Всего 4 часа прошло, и теперь она там лежит, белая, немая. Это невозможно. Слова не имеют смысла. Она была моей жизнью, и вот она ушла. Она была моим сокровищем, и вот я нищий. Я видел июнь 68 раз, какими бесцветными и тусклыми были все они по сравнению со слепляющей чернотой этого. Если Бог таков, как полагают, Он должен быть несчастнее всех во Вселенной. Он наблюдает ежечасно мириады созданных им существ, испытывающих неисчислимые страдания. Он знает также о страданиях, какие им еще предстоят. Можно сказать,
несчастен, как Бог. Марк Твен.